Так, это у нас 7 июня 2018 год, Харьков, тестовая запись приобретенного фотоаппарата Nikon Coolpix P900. 83 крата оптики увеличения. Сильный ветер. Ну, как для теста, в общем-то, даже лучше. Посмотреть, как справляется. Оптика с колебаниями. То есть даже на треноге ветер сильно. Катает камеру. Звуковое сопровождение тоже не помешает для теста. Так, сейчас у нас 9:49 по Киеву. Сейчас попробуем какой-нибудь удаленный объект и выбрать, где четкие геометрические формы. Да, колебания атмосферы уже просто видны на таких. Расстояние. Как я и сказал, сильный ветер. Оптическое увеличение, я так понял, дальше пошло цифровое. Пытаюсь закрепить камеру. Без особых успехов. Конечно, рычаг получается просто огромный, консоль. Ну и автофокусировку посмотрим, и все сразу.
Ну, эффективнее всего получается, когда просто треногу вдавливаю в землю. Наиболее точная регулировка. Меньше всего колебаний. Так. Июня 2018 год, Харьков, Coolpix Nikon P900.